Катя Кононыхина учится в 11 классе. Уже год она состоит в музейном клубе «Клио». История стала для нее не только школьным предметом, но и интересным увлечением. Екатерина без труда научилась вести себя на публике. Под руководством наставника составила несколько экскурсионных программ, попробовав себя в роли гида. На краевом конкурсе старшеклассница продемонстрировала свои знания в формате виртуальной экскурсии. Эта тема включает в себя маршрут боевой славы. И я заинтересовалась историей нашего города. Мне стало интересно провести экскурсию и ознакомить других ребят, учеников нашей школы, ну, не только учеников нашей школы, с историей нашего города. Легко работает, так как я говорю, что она ведущий экскурсовод нашего клуба музейного. То есть она имела опыт работы именно практической. Экскурсия «Анапа. Город воинской славы» начинается с памятного монумента «Сердце под прицелом», посвященного павшим воинам, и завершается у стелы воинской славы. В копилке музейного клуба уже несколько познавательных проектов. Работа «Кубань в годы Великой Отечественной войны» и экскурсия «Мы помним их имена», повествующая о выпускниках героях. Очень интересно, познавательно. Это воспитывает патриотизм в детях. Я считаю, что это очень важная работа. В музейном клубе «Клио» пока состоит 15 человек. Экскурсии регулярно проводятся в рамках уроков мужества. Работают и в дни каникул, и по выходным. Уже в эту субботу члены клуба проведут учеников школы по памятным местам Анапы и расскажут им о героях города воинской славы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.